Предлагаешь ехать на этой штуке? А у тебя что, есть варианты? Подтолкни нас, Санчо! Сам ты, Санчо. Так, она движется. Это ускорит дело. До чего я дошел? Ну, мы же торопимся. И, кстати... Ну, что? Ты любишь экстрим? С дороги. Смотри, Вова!
что? Вперед! Что, опять? Лифт. Так и знал. Будь начеку. Эти могут маскироваться. Все.
но Меходас. Такое-то, а? Должен быть другой путь. Идем. Вот зараза. Такое-то, а? Должен быть другой путь. Идем. Вот зараза. Да. Такое-то, а? Должен быть другой путь. Идем. Thank you.
ударом перебеет! Меньше болтай, чаще стреляй! Эй, я наш мозг, а ты мышцы! Дело сделано. Значит, ты выполнил просьбу. Спасибо, друг. Молодец! Тебе можно довериться. Что покупаем? Все, что есть перед тобой. Забирай. Плевое дело. Приходи в любое время. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Я не жадный, но у тебя нет места. Ну ладно. Друг. Привет. Ты умеешь выбирать. Но оружие — это не только стрельба, это еще и перед... Доброго пути. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие — грань между жизнью и смертью. Все равно рубины. Спасибо. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Попробуй-ка это. Все обычные услуги, доступные для этого оружия, ты уже приобрел. Если нужно что-то еще, ну, ты понял, о чем я. О, друг, что может быть приятнее, чем приходи в любое время?
Привет. Привет. Что могу предложить? Чужак. О, я щедро заплачу тебе за это. Понимаешь, не все можно. У тебя нюх, чужак. Интересный выбор. Славная сделка. Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Лучше, чем сейчас, уже не будет. Это истинный шедевр, друг. И доброго пути.
что, подчиняешься сектантам? Они тут вообще ни при чем. Я сам сделал этот выбор. Майор, ты совсем свихнулся? Нет, я мыслю трезво и четко. Соберись и покажи, что ты можешь. Зачем такой солдат, как ты, помогает этой секте? Зачем? Ты что, забыл, что мы будем Ты про Хавьер? Да, я операцию Хавьер. Весь мой отряд уничтожили. Наши власти допустили. Два года прошло, и чего ты научился? Я понимаю. Это была страшная трагедия. Но это не дает тебе права убивать невинных. Ты как маленький ребенок с наивными понятиями о добре и зле. Что с тобой, салага? Ты поплатишься, Краузер.
только лучшие, привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. Поосторожней с этой вещью. Приходи в любое время. Ты тоже из этих тварей? Лови подарочек. Случайно. Дороги. Thank you.
Это должно было сработать. Готово.
С дороги. Значит, ты выпал. Выполнил про... Молодец! Тебе можно довериться. Чужоприх... Ходи в люб... Боев... Привет. Я продаю много... Славная сделка. О, друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Готов купить почти все. О, куб, держи. Все, как ты хотел. Это все, что я могу сделать с этим оружием. Хотя, по-моему, отлично получилось. Понимаю, мудрый выбор. Избитые слова, но все именно так. Я не жадный, но у тебя нет места. Это ты... Только...
Только там не убейся. Ха-ха.